Добрый вечер, дела и Москва. Рады приветствовать вас на нашем третьем ток-шоу в Центральном доме предпринимателя. Сегодня мы будем говорить о видеоплатформах и новых бизнес-моделях. У нас в гостях Воронцов Анатолий, генеральный директор Dalton Media. Видеостратегия – это как? Ну, то есть любая стратегия отвечает на вопрос «как?». То есть у нас есть определенная цель, мы знаем, почему мы хотим, прежде всего отталкиваемся, мы что-то хотим достигнуть, но прежде всего нужно понять, почему мы хотим. Мы ставим какие-то для себя потом метрики. То есть мы знаем, это платформа, это база, почему мы хотим это сделать. Следующий как раз этап – это как мы хотим это сделать. То есть мы идеологически понимаем, что надо использовать видео, то есть это сидит у всех. Общаясь сейчас со всеми клиентами нашей платформы и общаясь с компаниями, все говорят, что видео – это круто, но дальше не залезают. И для того, чтобы понять, как, нужно уже, соответственно, обладать полной информацией. Должен быть инструментарий, технологическая какая-то база, это может быть абсолютно не привязано там, к видео, в общем, да, технологическая база, это должна быть подготовленная там, аналитика по рынку, соответственно, направление, в котором мы будем развивать этот бизнес, и, ну, в общем, основные вещи. Очень важная часть – это доставка видео на различные устройства, включая мобильное устройство. Мы доставляем видео, используем там, современные все протоколы, включая HLS протокол, доставляем на все абсолютно мобильные источники. Есть облачные решения различного уровня, начиная от некий там PaaS, так называемый Platform as a Service, где вы можете просто взять определенную инфраструктурную платформу, над ней поднять нужные вам приложения и уже с этими приложениями работать. Есть IaaS, Infrastructure as a Service, это немножко такая прям инфраструктура уже, это уровень таких телекомов. И SaaS, мы SaaS, то есть это сервис. Вы берете готовый сервис, на базе этого сервиса вы уже там применяете какую-то бизнес-модель, начинаете автоматически в этой экосистеме существовать. Тренд в контенте – это прежде всего лицензионный, качественный, короткометражный контент. Причем в основном развлекательный. Еще трендовые направления видео как таковые, ну, это вирусы и правильные вирусы. А мы знаем, и опыты западных компаний показываются e-commerce, то есть это интернет-магазины, которые чем-либо торгуют, что использование видео при продаже увеличивает конверсию там, 8 раз. То есть, пример, у вас есть интернет-магазин, он продает гаджет определенный, да? Вот если вы к этому гаджету поставите видео, то ваши продажи, ну там, конечно, это все варьируется, могут увеличиться 8 раз. И, то есть вы можете больше ничего не делать, просто показать, как, чем этот гаджет отличается от другого гаджета в этой же ценовой категории, и это увеличит ваши продажи. Допустим, вот очень известный факт, конверсия, увеличение конверсии всего на, по-моему, 2% у Купи VIP, то есть такой российский сервис, ежемесячно равна увеличению прибыли на полмиллиона долларов. Вот и подошло к концу наше третье ток-шоу, посвященное теме видеоплатформы и новой бизнес-модели. Сейчас у нас есть возможность пообщаться с нашим спикером Воронцовым Анатолием. Анатолий, расскажите о своем впечатлении о прошедшем мероприятии. Мне абсолютно все понравилось. Во-первых, позитивно то, что это камерное мероприятие. Это значит, что можно было достучаться до почти каждого человека. Можно было поймать контакт и взглядом, и я чувствовал интонации. Были правильные вопросы. Я, надеюсь, постарался донести нашу идеологию, информацию о компании, информацию о продукте. И я надеюсь, что тот месседж, то послание, которое мы вместе здесь пытались, в общем, создать и выпустить в массы, я думаю, что оно дойдет. Потому что после было много вопросов, задавали, интересовались и продуктом, и компанией. В общем, отлично, все здорово и организовано было. Спасибо вам огромное за приглашение, за организацию. Все было качественно, что, кстати, очень важно. Благодарим вас, что откликнулись на наше предложение выступить со своей темой. И всего доброго. Спасибо.